платой за это вторжение. Цирк приехал. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу читать это заклинание. Двое сильнее страдания. Страдание. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона.
Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Можем Ягер снова взять. Нахрен кому пойдет. Да он же пьяный. В смысле? Сейчас как сам. Он сейчас сам как Афлик. Сейчас, секунду. Я сейчас еще про кого позову. Только с РК выйду. Че там своих корешей привлекаешь там? О, смотрите, а что я сделал? Я не знаю, что я сделал. В общем, тут, короче, мой никнейм в РК и. Рядом с моим никнеймом моя маленькая фотография. Это все видят или только я? Только ты. Блин, забавно. Такой маленький хач. Ну, если наводишь мышки, то тогда мы тоже видим. Ну, это да. Знаете, сейчас кого вспомнил? Короче, всю вот эту Юлию Савичу, весь этот трипер вспоминал с фабрики. Вспомнил Ирину Дубцову, она какую-то фабрику выиграла, может вторую, может первую, не знаю. Ебать она мне, когда я был малолеткой, нравилась. Я был в нее, кажется, даже немного влюблен. Сейчас интересно ее погуглить, эту хабалку. Сейчас маг будет 6.2. Да не, не надо, это сейчас возьмем этого. Короче, по повороте. Паладина вы распределили видом и правосудие ауры? Паладины. Окей. Так, по хилам. Давайте Шананна на Криэль хилит свет. Ультрашам Хейл Мисао хилит тьму. Хилика диспелишь третью фазу света. Так. По инерам пухнастик всегда заливаешь Шанану. Нереварен Юпсик на второй фазе, Ультрашаману на третьей фазе Шанану. Четвертая пати остается добивать больших после первой фазы.
по танкам Макгрегор танчит тьму, точнее, мелкий трэш Кенсио на первой фазе больших, на третьей фазе Леона. Да-да, Гон, ты в свету. Только первая пати по тьме. А, кто из варов хочет в свету подамажить один край? Что ты думаешь? Слабый? Ладно. Ралли, подамажишь один трай в свету. Не, у нас просто повроте. Мы выдадим один трай без него. Погоди, Ралли, погоди. Что говоришь? В свету подамажишь один трай. Окей. Чек на готовность. Чарам, остаешься добивать больших тоже. Четвертая пати. Хилика, Чарам, МД, Йопси, кроме демона. Демон заходишь во тьму. Заходите за линию. Слышите, а есть вопрос про цель про большого? Начинаю? Да, начинай. Вот пропиши таргет, живое огненное пламя или как. Уже не помню по-русски. Живое адское пламя. А ультрашалан, эконом ману. Эконом ману. О, поменяй. Да поменял, меняю. Выноси. Диспельси его, перебежали. Сам станешь? Да, нет, поднимайте, у меня нет этого блэра. Фейл поднимай. Дайте себе баф вашему. Она криль метка. Твань, сори, забыл. Перебежали. Че мы без одного бьем? Да, на следующем таре трай подсоединится, если не убьем сейчас. Парка нет. Я могу на меня агриться. Ну ты хилишь, а не агриться, бегай дальше. На кого они должны еще агриться? Обычно на холле пал. Заходи сразу. Привет, заходим. В звезде становимся. Метку сейчас ровно назад, как стоим. Ни к чем. Как человек зайти? Ничего, метка опять заходить. Заходите. Или не добили еще? Там убили. Хилика метка ближе к мод. Йопсик, на третьей фазе даешь первый звездопад, а первый трэш. Только после того, как его напулят. То есть первый, третий, пятый. Я второй, четвертый, шестой. Вчера метка 55%. Да, гонметка, епсик залей, ультрашамана метку если не заливал. Выходим в свет. Свету рост. Фу, метла, яишева метка. А.
перебежали. Во тьме даем руст. Пухнастик, подними Шанана. Дайте гимн на хп. Гимн на хп все, у кого есть. Растут. Не, можно падать. Падаем. 9 стаков на мем. Ваня. Ходи далеко. Живой воин, это ж мелкий трэш, да? Угу. Ну там хант не напуливает, он вообще его не бьет. О, смотри, там трэш подошел к танку, блядь, я даже его не бил. Потом подошел один раз, вихрь дал с рассекающим, все, пиздец, сорвал. Там ханта даже нету. 15 человек били и все, да его даже нету. Хант, ты в РК? Это девочка, по-моему, да? Ты больших она не била. Перепу. Равана, ты мужик, да? Можно материть, давай. Давай. Слушай, ты сказал, что девочка. Объясни. Записать было, что девочка. Объясни ему нормально за ногу. Че, мне? Да хуй знает, кто-то. Ну, видишь, там мелкий трэш выходил. Да, мелкий трэш надо напуливать на протопала. Ты нажимаешь escape по боссу, чтобы у тебя вообще в старте никого не было. Нажимаешь на меня на пул. И когда они начинают бежать, они тоже подбегают, ты даешь на пул в них. Там, где больше трэша, можно на пул давать. Еще совет. Вот когда перебегаем через пузо. Блять, ну ты как escape. На пул даешь и с той спиной боссу. Мало ли. Стрельнешь и все. Хотя не будет на пул также. Да, точняк, на точняка мелкий трэш. Трапы. Кто там один? Заходите в РК, там кто-то должен был в рейд. Поворот нет. Вороте, ты тут? Но ему ППГ важнее, чем рейд. Дайте бафы, ребята, помогу. Каску дайте, приста баф. Суслять куда тебя возьмем. Дайте шмарали, что не хватает. Быстро, да, каску. Чарам, заходишь сейчас во тьму. Суслятинка остается бивать. Мне как свет идти или тьма оставаться. Да все же, не. В тьму, конечно. Добрали ж. Бафы дайте последний. А, все есть у него. Каску. Поваром каску. Макгрегор. Можешь да, начинать. Да, тут. Все, бегу, бегу. Начало эры разрушения!
Инстаграм метку. Перебежали. ДСР. Выноси ДСР. Ух, Настик метка. Бежим. Хелик. Макгрегор, заходи. Рейд, заходим. Становимся звезду. Ралана метка. Ралана хант. Возвращайся, смотри на лезвие. Фейл метка, заходите, если добили. Ближе к морде сейчас Кашпирота, только не в лезвие. У меня гимн хп, когда хорошо, метка Войда вроде тоже. 30 секунд. Он пробил. Пятьдесят один процент. Пока не выходим, бьем пока босса. После метки будем выходить. Ультраша метка, все, выходим. Святой рост. Да, гон метка. Перебежали. Без КДС зачепил. Уже в рейд. Во тьме даем рост. Хилика метка. Давай сразу. Прибежали. Добейте мелких. Чара метка. Настик, не врывайся так сразу. Падаем, танк умер. Нам нужен еще на пул. Ну да, это жестко. Тебе будет надо что-то на приста? Зайди, пожалуйста, на руку. Ну вообще, ну трэш, просто рейд убивает. Не знаю, хант как на пуле, просто бьет его. Ролана, ты как напулила, можешь потом дальше не бить мелкий трэш. Ну и
Не знаю, ну я так понимаю, ты вообще не напуливаешь, либо ты не понимаешь, как напуливать. Потому что я смотрю, только прибегает трэш, и ты получаешь урон. Почему 70 стало? Мы с виду слабые ДД? Ну, вообще-то да, слабо. Ну так, Ролан, ты ж... Мы бы только прибежали, и ты уже умираешь. Ну, образно. Даешь на пол, и потом бей большого. Дальше нет смысла тебе бить. Мелкий трэш. Бог Кашпирота бьет 70 тысяч в большого. 460 в маленький. Напоминаю, все РДТ, абсолютно все, без исключения РДТ, даже Хант, после напула на третьей фазе бьют только больших. Мелкий трэш РДТ бьют побочным уроном, то есть шаман ставит тотем магмы, может кольцо прожать, но только не, пока не бегут. Совы, звездопады пробегают, прожимают, но тоже, когда уже на пулы пошли. Вас, если там по мане просели, можете там дать огненный столб, чтобы порегенить ману. Но не вливаться в трэш РДД. До РДД прийти приоритет большие. У вас там пул уже? Да. Оставьте шкаф пока. Если что, зовите. Еще у меня полчаса есть. Сейчас еще меньше дамага будет. Не уходи пока. Если они так же будут бить, это пиздец будет. Ну, я надеюсь, что они будут бить сейчас больше. Чарама тоже столько в больших, то очень мало. Ваня Варенька. Да, тут. Все готовы к звезде, подойдите. Начинаем эгрегор. Танки выровняйте. Сейчас ходим. Димаг. Да, Джерри он там, да. Хвастик, метка. Хуйня там. Перебежи. Ну, плохо, конечно, выровняли, но... Пойдет и так. Не дохните, блядь. Ты сам... Сам станешь шаманом? Не вижу же его. Стиловый. Падаем. Хуйня какая-то нахуй. Может распустить лечим, такую херню сделать? Мне просто надо ГП ебашить. Вара, не прожимайте ярость во время пыла конкретно. Там просто надо руки за спину убрать и все, всем. Как он спулит, так идти и бить спокойно. Это проще. Ну не первый раз мы так начинаем, просто сейчас не получилось что.
Я объясняю, блять, руки за спину надо всем 24 человекам убрать, кроме Макгрегора. И все, и сразу. Блять, релогнись. Я просто думал, ты напулишь, потом вынесешь. А чё, есть рыба чи не? О! Ты микрофон поменял? Что, я? Этот, не, я, короче, его ближе начал держать. К своим губам. Чё, круто, да, качество стало? Да, вообще другой голос. Я надеюсь, мне нет такого... По интонации только можно узнать. Этот, нет, я надеюсь, такого, когда самогон заходил с телефона, и у, блядь, голос как 16-летнего пацана. Ну, что-то похожее. Ну, как будто ты простыл. Да, потому что самогону 18, а мне было 16, да. Such a fucking hole. I love it. Ну вот, кажется, то. Рали пухнастик. Каски. Скашка дадут. Дали. Все, начинай, Макгрегор. Сейчас пойду. Оп. Лохок бар. Перебежали. Сто грамм метка. Перебегаем. Стикрика на хп нету, кашпирота. Ну, большие кашпирота метка. Не, нормально, все нормально, не надо, не тащи, не выдвинь. Заходим, Макгрегор. Рейд заходим. Сто грамм метка. Чё, Рон, ставь-то там защиту от огня. Я забыл. Мисса метка. Заходите. Ближе к морде. Десер.
54% осуслятина в нет. Бьем пока босса, выходим после метки. Суслятина метка, выходим. Свету рост Кашпирота, все тут раздаем. Вчера метка. Не туда, да, не туда, туда, не туда, слева. Волка прожми. Или боты. Успел. Перебежали. МД метка. Во тьме. Во тьме раздаю. Святу гимна ХП. Манда? Гимна манда дайте. Блин. Давай Пухнастик, поднимешь чара. Не надо, я встану. Окей, поднимай. Шанан метка. Да. Хиль его, холи палки, Шанана. Перебежали. После метки ты этот поставил, блин, шаман. Спай. Чара метка. Блять, ну. Ёпсик, поднимай Шанана. Падаем, падаем, падаем. Ты, блять, вот просто посмотреть на твой труп. Не, ты уже встал. Но у меня нету слов. Шанан. Мы так не убьем, если ты так будешь стоять. Или ты хочешь каждый трэш умирать? Тогда нам нужно кучу сов набрать, чтобы постоянно тебя поднимать. Ты, блядь, можешь просто два шага за рейд сделать и там стоять хили? Ты никак не умрешь, я тебе 100% говорю, ты не умрешь там. Это невозможно с двумя рогами и хантом и всем рейдом, который будет бить этот мелкий трэш. Он просто не дойдет до тебя. Ты поставь на него метку, чтобы его видно было. Или на протопалах. Смотрим. Чтобы он за метку заходил. Да при чем здесь протопал? Ну, чтобы он ориентировался, я имею в виду по метке, типа, чтобы он за ней был. Может, он не видит. Живая адская. Ладно. Ребята, просто есть... включи. Быстро я. Есть такой макрос, когда тыкаешь, чтобы сразу таргет этого адское пламя взяло, чтобы не... Да, да, конечно, есть. Просто, блядь, напиши /target живое адское пламя. Все. Вынеси его код на панельку, появился, нажимаешь, все. Не знаю, у меня никаких проблем нету, я просто хакабара включаю и, ну, не знаю, как там мне выбрать его. Ничего не можно ставить. У вас включены индикаторы противника?
Так в чем проблема выбрать его? Там жирные индикаторы, один Халеона, один Большого. Просто тыкаешь по индикатору ХП Большого и бьешь его. Макгрегор, Али. А, да, тут. Оп. Начинай. Четыре минуты КД на ХП гем и две на ману. Будет у тебя. А, он рога. А, точняк. Он упал. Ультрашам. Перебежали. Вот сейчас нормально стоишь, нам фейлил метка. Чуть-чуть можно назад еще отходить, что нам. Так это сейчас убежал. Пока нормально, когда Джерино пробивает его, надо как-то подкидывать. Это не твоя можешь задача. Тащиться. Ты можешь вообще на первой фазе на Джерино достаточно где-то. А, да? То я слушаю. Перебежали. Хилка всегда достает до ПДК. Поэтому частица кидается на автанка, потому что она всегда достает. Чара метка. Обычно хилка тоже достает. Заходи, Макгрегор. Рейд заходим. ДСР метка. ДСР. ДСР. Войд, заходите. Следующую чуть ближе к морде. Чарам. Да-да, беги, хорошо. МД метка 53%. Бьем пока босса. 100 грамм метка, выходим. Святой рост. Кашпирота метка. Перебежали. Во тьме раздавайте сразу. Суслятина метка. Дисплей себе. Суслятина. Будет метка. Я диспелил. Просто считайте, она может сам себе диспелить. Не-не, она не диспелит. Диспелит хилика. Хилы не диспелят у нас. Перебежали. Свет не бьем. Свет стоп. Смотрим лужи. Лужи в рейде.
Хант, метка выноси, Ролана. Выноси до конца. Ролана, выноси до стены, беги. Диспельси ее. Ну выйдет и слушай. А, ёпсик, подними. Подними этого мастера быстрее. Да. Понял. Бьем так, значит. Перебежали. Меня через 30 секунд подниму, потом МД метка. Большого никакой грозы. Большого да бей. Это я. Бейте все мелких. А на криель метка. У нас сейчас не хватает по мелким урону, перебежали. Вставай, пухнастик. Кстати, гина на ману. После метки. Она на криель сама. А на криель метка. Стоп, по боссу сверху. Мы трэш бьем. Никак сейчас не переведем. Суслятина. Хильте его, хильте. Перебежали. А, не бейте босса, попробуй. Нет, уже стоп, все, не бьем босса. Не бьем босса, ждем 50%, потом выбиваем. Кашпирота метка. Танки, прожмитесь, смотрите, не дохните, хилы, отходите. Ладно, давайте добьем уже этот трэш, потом спокойно добьем босса. Да что там, 4%. Добиваем босса, да. Пухластик метка. Тупо анальное унижение. Фу, блин, тяжковато, блин. Скососи, Халюн, скпидер. Все, стоим. Череды убил. Слабаки перебежали. Блять, нормально, нормально. Будут хорошие. И привычно просто этим саманом хилить. Если почаще бы хилить, то лут, конечно, топовый. Тупо достойный лут, я считаю. Чешку ролим. И ничего не упало, что мне надо. Че, сейчас в ЛК пойдем побыстрее. Че ты забираешь? Да. Седаня, красава. Не зря пошел. Наручи рулим. Бля, наручи какие хорошие. Не, больше в БРС не пойдемся. Мне уже понятно, да, сейчас. Ультрашам и... Кашпирота выиграл. Кашпирота побеждает в этой битве за наручи. Сейчас подожди, я зайду на... Вот и ролим. Это слышь, холипал? А, у них нет такой. Так, 100 грамм. Ебать, неужели, блядь? Да это... Все, теперь можно удалять ворона. На ЕП заходите. Я себе сам не кину. Блин, кони ХПС. ГЦ.